Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами передача «Дорога к храму» и ее ведущий священник Михаил Попов. Как обычно, в начале нашей передачи мы переходим к рубрике новостей Видновского благочиния. Весь нынешний год в Русской Православной Церкви проходит под знаком тысячелетия со дня представления великого князя Владимира. Князь Владимир прославлен Церковью в чине равноапостольного святого. Он одним из первых правителей принял христианство, тем самым положил начало христианскому устроению нашего государства. 28 июля все православные россияне отмечают великий праздник – День Крещения Руси. В одном из храмов Видновского Благочиния прошло торжественное богослужение. В память о тысячелетии представления святого равноапостольного князя Владимира в Видновском Благочинии с начала нынешнего года проводятся различные мероприятия, выставки, открытые уроки, семинары в воскресных школах, лекции, беседы, концерты, паломнические поездки для прихожан. Апофеозом праздника стало 28 июля. Во всех храмах Благочиния с самого утра проходили праздничные богослужения. В одном из старейших храмов Рождества Пресвятой Богородицы в селе Тарычево было немноголюдно, но это объясняется лишь рабочим днем. Прихожане Богородицы Рождественского храма в этот праздничный день пришли на службу с особым приподнятым чувством, памятуя о том, что наши предки называли великого князя Владимира святым, крестителем, красным солнышком, вкладывая в каждое из этих имен любовь и благодарность за обретение истинной веры. Эти чувства и сегодня наполняют сердца православных, укрепляют духовные силы. Для меня большой день. Почему нет? Да я думаю, для всех это большой день. Для нашей страны это особенный праздник, потому что мы за столько лет мы впитали в себя каждое, все самое доброе, все самое хорошее. И даже русские люди, многие, которые не посещают, к сожалению, храм, они все равно не могут какие-то законы приступить и нарушить, потому что за столько лет они впитали эту доброту и этот свет. И это большой очень для нас праздник и большая радость. Завершилось богослужение в день памяти святого князя Владимира молебном по особому чину и крестным ходом. С крещения Руси началась новая история государства. Под влиянием Византии утвердился архитектурный стиль Киевской Руси. Была заимствована традиция византийской иконописи. Получило развитие книжное учение, строились храмы, образовывались первые монастыри. Но самое главное, изменялись в лучшую сторону, смягчались нравы и обычаи отдельных людей, а значит и всего народа. Годы после крещения – это годы расцвета самой широкой, самой жертвенной благотворительности в киевских землях. Сегодня мы вместе с вами молились за божественную литургию, прославляя этого великого святого, который внес революционный вклад в историческое культурное развитие нашей Родины. Не так много политиков, которые, произведя какие-то реформы, оставили такой огромный след в наследии нашей Родины, как великий равноапостольный князь Владимир. Настоятель храма поздравил в первую очередь с Днем Ангела тех, кто носит имя святого, и всех верующих с великой датой, напомнив, что сегодняшний день чтится уже 10 веков и имеет историческую значимость. Христианство – это не просто вчерашний день, христианство – это уже многовековая традиция, которая имеет культурообразующую подоснову всей нашей жизни. Татьяна Снежко, Алексей Иванов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ. День Преображения Господня является одним из 12 главных христианских праздников. Он приходится на 19 августа. В народе его называют яблочным спасом. В это время в садах и огородах поспевают овощи и фрукты. На полях уже собраны злаковые. И люди приходят в храм поблагодарить Бога за урожай, а также попросить благословения на новые труды. В Преображенском храме в совхозе имени Ленина прошел престольный праздник. Преображенский храм в поселке совхоз имени Ленина совсем молодой.
Его закладка состоялась в 2012 году, а уже с августа 2013 года с праздника Преображения Господня начались регулярные богослужения. В этом году православный праздник пришелся на среду. Для сельского поселения совхоз имени Ленина он значимый, ведь именно здесь выращивается много фруктов и овощей. Это такой большой праздник, любимый нашим народом, и мне очень приятно, что у нас, поскольку у нас храм Преображения Господня, этот праздник стал престольным. Праздничную литургию в Преображенском храме поселка совхоза имени Ленина проводил благочинный Михаил Егоров. Цвет облачения духовенства в этот день белый, символизирующий божественный фаворский свет, в котором явился людям на горе Фавор Иисус. Для меня этот праздник значит преображение души, стремление стать лучше, стать ближе к Богу. Поэтому вот сегодня все многие прихожане в белых одеждах, это как бы вот дань тому, что Господь преобразился и осияло его свет необычный, нетварный. И это вот как бы символ этого света, белый цвет. Хотелось бы пожелать, чтобы свет, которым Господь просиял на горе Фавор, а сегодня именно этот праздник отмечается, когда Господь преобразился, просиял на горе Фавор, чтобы этот свет преображения коснулся наших душ, наших сердец и наших умов, чтобы люди были ближе к Богу. А если мы будем ближе к Богу, мы будем ближе друг к другу, мы будем добрее, мы будем делать больше дел милосердия. Православный праздник Преображения Господня в народе называется Яблочным Спасом. Прихожане приносят в этот день на освящение созревшие фрукты и овощи. Галина Сергеевна Цицулина из деревни Слобода в этом году собрала хороший урожай яблок. Сейчас будем всех угощать, родственников всех. Конечно. Надеетесь на будущий урожай? Ну а как же, всегда надеемся, потому что всегда, и когда, как говорится, потопаешь, так и полопаешь, поработаешь, обработаешь все, порядок приведешь, значит получишь урожай. Людмила Медведева, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Двадцать августа православные христиане отмечают великие торжественный праздник, День Успения Пресвятой Богородицы. Во всех храмах прошли торжественные богослужения. Об этом наш следующий сюжет. Георгиевский храм на службу Успения Пресвятой Богородицы собралось много прихожан. И это не случайно, ведь христианский праздник Успения – один из великих и почитаемых народом. Православные вспоминают кончину Божьей Матери. Это день радости, соединения ее со своим Сыном Иисусом Христом. Для христиан это особый церковный праздник. Мы теперь как бы имеем на небе не только Божественного Сына, но и нашу первую предстательницу и заступницу рода христианского, так ее христиане именуют, на небесах Пречистую Божию Матерь. Потому что она сама, как гласит церковное предание, дала всем нам обещание, что по ее успении и представлении и перенесении земли на небо она будет всегда пребывать с нами и молитвенно ходатайствовать перед нами, перед престолом Божьим, на все наши просьбы, упования, надежды и веры. Праздник Успения любим христианами еще и за то, что в этот день матери молятся и просят о Богородице здоровья и благополучия своим детям. Я очень сильно верю в Бога, Он всегда мне помогает. Хочу, чтобы Он помогал моим детям. Сегодня мы пришли причаститься, исповедоваться, причаститься, чтобы у моих детей было здоровье, чтобы у всех было здоровье. В этот день в Георгиевском храме было много детей. После службы они, как и взрослые, исповедовались, проходили таинство причащения. Мы вообще всегда ходим, мы как бы постоянные прихожане этой церкви. Здесь очень тепло, здесь хорошее песнопение, здесь батюшки очень чудесные. Вот. Ну и сам по себе настрой праздника, он дает заряд бодрости на весь день. Понятно, во имя чего ты живешь, что жизнь достаточно прекрасна. Людмила Медведева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. В
21 сентября Русская Православная Церковь отмечает великий торжественный праздник – День Рождества Пресвятой Богородицы. В Видновском благочинии для двух храмов этот праздник является престольным. В одном из храмов побывала наша съемочная группа. О величайшем событии библейской истории – Рождестве Пресвятой Богородицы – мы знаем относительно немного. О нем нет упоминания в Новом Завете, но благодаря священному преданию известно, что Пресвятая Дева Мария родилась в галилейском городе Назарете. Ее родителями были праведники Иоаким и Анна. Иоаким был выходцем из царского рода, а Анна – дочерью первосвященника. Они дожили до преклонных лет, но были бездетны. Это стало источником их скорби, а также порицания и осуждения со стороны, поскольку в то время среди евреев считалось, что Бог наказывает бесплодием только тех, кто грешен и не раскаялся в своем грехе. Но именно их, смиренных святых людей, Господь избрал для величайшего дела – родить на свет дочь, которая впоследствии станет Матерью Божью и через которую будет дана благодать и спасение всему миру. В Богородице-Рождественском храме торжественную божественную литургию совершил благочинный Видновского округа протоиерей Михаил Егоров в сослужении клириков благочиния и настоятеля храма. Сегодня у нас престольный праздник, это особый храмовый день, когда празднуется память того или иного праздника, в честь которого построен храм. В частности, наш храм освящен и построен в честь Рождества Пресвятой Богородицы. И сегодня у нас престольный праздник, сегодня праздничное богослужение. Вместе мы молились с благочинным отцом Михаилом и с большим стечением молящихся. После божественной литургии был совершен крестный ход. Необыкновенное, радостное состояние бывает только на Руси. И вот надо сказать, вся каноничность и вся красота церковной службы, она присуща Руси, нашей Святой Руси. С праздником всех, с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Наталья Буслаева, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, Видное ТВ. Дорогие друзья, в рубрике нашей передачи «Из первых уст» у нас сегодня гость, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского, священник Николай Шапарев. Здравствуйте, отец Николай. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, отец Михаил. Отец Николай, тема сегодняшней нашей передачи посвящена таинству исповеди, или по-другому его называют таинство покаяния. 11 сентября мы отмечали день усекновения главы Иоанна Предтечи, учителя покаяния, который сквозь все Евангелие говорит такие слова: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Не могли бы вы нам рассказать более подробно об этом таинстве, его истории, сущности и значения? Ну, таинство исповеди, оно, как и многие остальные таинства Православной Церкви, установлено в Новом Завете. Именно Новый Завет является таким основой, фундаментом, на котором строилось дальнейшее развитие уже этого таинства исповеди. Мы в истории знаем несколько периодов, в которых ученые пытаются описать, как проходила исповедь. То, что она присутствовала в церковной жизни во все периоды ее истории, это несомненный факт. Но форма исповеди, она отличалась. Вот. Причем исповедь можно разделить, таинство исповеди, чины исповеди на две основные группы. Это исповедь, которая проходила для мирян, и исповедь, которая практиковалась в монастырях. Исповедь для мирян, она сохраняла черты вот такой вот публичности, деления на чины различных, различные чины кающихся. А вот исповедь монастырская, она стала уже исповедью духовнику. То есть такой исповедью, когда человек исповедовался непосредственно старцу какому-нибудь или игумену. Причем не обязательно этот старец был, скажем, священником.
То есть эта исповедь могла бы проходить человеку-монаху, простому монаху, не имеющему священного сана. Вот. Для того, чтобы исповедовать всех мирян, также в церквях епископы благословляют специальных священников, которые называются покаянными пресвитерами, которые исповедуют мирян. В дальнейшем эти практики объединились, и вот можно сказать, что в истории церкви появился тот чин, который мы сейчас видим. Он, конечно, тоже трансформировался, добавлялись определенные молитвы в этот чин, то есть можно сказать, что он формировался вот, до 17 века. Примерно тот чин, который мы сейчас имеем, это чин 17 века. Последние там исправления были при патриархе Никоне. Соответственно, у нас сейчас есть чин такой индивидуальной сакраментальной исповеди, когда человек исповедуется священнику, священник читает над ним разрешительную молитву и молится вместе с ним о прощении грехов. Но это что касается такой исторической стороны. Чтобы понять исповедь, нужно понять ее сущность вообще. Что происходит на исповеди, зачем она нужна, почему она необходима человеку. И исповедь можно здесь уподобить месту, где человек примиряется с Богом. Дело в том, что любой грех, который совершает человек, это есть вражда против Бога. Это есть противление Богу. Потому что грех – это несоблюдение заповедей Божьих. Грех – это некое нарушение того закона, который дал Бог человечеству. И, соответственно, это противление воле Божьей. И вот исповедь – это то место, когда человек понимает, что он противился Богу, он грешил, и здесь он требуется ему мир с Богом. И именно на исповеди он примиряется с Богом. Но еще исповедь уподобляют врачебнице. Даже есть молитва перед исповедью, которую читает священник и говорит всем собравшимся, готовящимся к исповеди, что вы пришли во врачебницу. И здесь, в этой врачебнице, то есть в больнице, происходит исцеление. Исцеление от грехов. Грех уподобляется в этом случае болезни души. Вот как есть болезнь тела, так есть болезнь души. Вот болезни души – это грехи. Обычно, когда у человека проблемы со здоровьем, у него какая-то рана, нарыв, там еще что-то, он бежит в больницу быстрее, чтобы болезнь не прогрессировала, чтобы ее остановить, чтобы ее излечить. Вот так же в духовной жизни человек, если он чувствует, что у него есть какой-то грех, которым болеет душа, болеет совесть, он должен бежать на исповедь, чтобы исцелиться, чтобы там истинный врач, душ и телес, Господь Иисус Христос, уврачевал эту его рану, сделал бы его здоровым. Поэтому исповедь – это тоже, вот, можно ее уподобить такой вот врачебнице. Отец Николай, из этого выходит следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, а как правильно подготовиться к исповеди и чем исповедь отличается от беседы со священником? Безусловно, исповедь носит, можно так выразиться, сакраментальный характер. То есть исповедь есть таинство. Это не просто беседа, не просто обряд какой-то, а это именно таинство, в котором благодать Божия особым образом действует на человека. И поэтому, безусловно, исповедь является необходимым для спасения средством, которое Господь дал человеку. И поэтому подготовка должна быть соответствующей. Конечно, вот такой вопрос, как готовиться к исповеди, он на самом деле, с одной стороны, универсальный, да, но с другой стороны и индивидуальный, потому что есть разные категории людей, и, соответственно, каждый из них, он предполагает ответ свой для каждой категории. Но вот если говорить о каких-то общих рекомендациях, конечно, исповедь невозможна без покаяния. Вот тут нужно отличать саму процедуру исповеди и состояние внутреннего человека, которое мы можем назвать как покаянное состояние, состояние покаяния. Вот исповедь невозможна без покаяния. Потому что она будет формальной. И то есть прежде всего одно из условий исповеди – это покаяние человека. Понятно, что не всегда степень покаяния может быть внутри человека достаточной. То есть понятно, вот если он первый раз кается, у него покаяние внутри. Но если он уже там сотый, 200-й, 1000-й раз кается, понятно, что он не сможет вот это покаянное чувство, наверное, сохранить. Это очень сложно сделать. Нужна очень серьезная духовная жизнь, напряжение духовное, чтобы покаянное чувство сохранить. Но для человека
все равно вот без покаяния, хоть в маленькой степени, покаяние невозможно исповедь. Как готовиться? Ну, обычная практика исповеди подразумевает под собой, что человек должен поразмыслить над своей жизнью, над теми поступками, мыслями, делами, которые он совершал, и увидеть себя вот со стороны, да, посмотреть на себя со стороны, увидеть свои грехи. Ведь это очень важно, увидеть свои грехи. Увидеть свои грехи – это значит прийти в себя, осознать, на самом деле, какой ты есть, какой ты по-настоящему. Есть притча о блудном сыне в Евангелии. Там как раз в этой притче изображен человек, который покаялся. И сказано о нем, что он пришел в себя. Он убежал от отца, он прокутил все это имение, которое ему досталось. Он остался нищим, и вдруг он приходит в себя. Он осознает, что он шел неправильным путем. И вот когда он пришел в себя, тогда он решил вернуться к отцу и примириться с ним. Вот так же и для человека покаяние есть как бы осознание себя самого таким, каким ты есть на самом деле. И вот когда человек это осознает, у него возникает покаяние, он хочет вернуться к отцу. Безусловно, чтобы это понять, человек должен знать, что он нарушает. Да, должен знать заповеди Божии, должен знать волю Божию о мире, о человеке. Потому что если он этого не будет знать, он не поймет, что я делаю неправильно. Хотя совесть ему будет подсказывать, но это будет не конкретизировано в нем. Поэтому вот обычно священники рекомендуют посмотреть, готовясь к исповеди, на себя следующим образом и поразмыслить, как ты вел себя по отношению к Богу, то есть какие у тебя есть грехи по отношению к Богу, какие у тебя есть грехи по отношению к ближнему, то есть к тому человеку, ты против человека мог согрешить чем-то, и какие у тебя есть грехи по отношению к самому себе. И вот, исходя, может быть, вот из этих вот рекомендаций, составить в своей голове, в своем уме какой-то список своих грехов. Есть, конечно, люди, которые приходят с многостраничными списками грехов, но обычно эти списки, они переписаны просто из брошюрок. Есть же брошюрки у нас во множестве продаются, в которых есть перечисление там грехов, и больше сотни, там, и больше, и 300 грехов, там, 400 грехов, там, разные брошюрки есть. И вот люди просто переписывают их, но иногда остаются безучастными к тому, что они пишут, думая, что они, переписав все, как бы, ну вот, очистятся. Очищение происходит не от количества перечисленных грехов, а от сердечного сокрушения и покаяния. Можно в одном грехе так раскаяться, что принести действительно достойный плод покаяния Богу. А можно все перечислить и остаться с черствым внутри, с сухим, и от исповеди никакой пользы не получить. Отец Николай, а как быть с практикой детской исповеди? В каком возрасте ребенку необходимо приходить на исповедь? И как объяснить, как донести ребенку сущность, значение, важность этого таинства? Ну, вопрос детской исповеди, он такой дискуссионный. Как правило, ну, принято в Русской Православной Церкви исповедовать детей с 7 лет, то есть когда он достиг отроческого возраста. В 7 лет. Эта практика, она идет из Византии, из Византийской Церкви. Хотя надо сказать, что была и другая практика в Византии, когда начинали исповедовать мальчиков с 14 лет, а девочек с 12 лет. По достижении ими брачного возраста. Именно в этом возрасте, по византийским законам того времени, средневековья, достигался брачный возраст. Но у нас прижилась именно практика с 7 лет. И здесь, наверное, вопрос духовника, как подходить к детям. Потому что один в 7 лет, даже в 6 лет, уже может себя осознавать, свои поступки, свои дела, каяться в них искренне. А другой в 7 лет еще не понимает, что от него хотят. Он приходит со списком, который ему написала мама или бабушка, и с ошибками читает написанные там грехи. И я вот человек-священник, я вот мой опыт, я стою и понимаю, что он может даже не понимает, что такое чревообъедение. Он прочитал это, еле-еле выговорил то, что было написано, но он не понял, что там написано было. Вот такую практику, она, конечно, не нужна. И ни этому человеку, ни ребенку, ни священнику, ни родителям. То есть ребенок все равно должен идти на исповедь с осознанием того, что он как-то плохо поступил.
Вообще, это индивидуальная работа. Священник должен поговорить с ребенком, как-то рассказать ему о том, что вообще такое исповедь, зачем это нужно. И, конечно, должен увидеть в нем вот это вот желание покаяться, желание просить прощения у Бога, у родителей, например, за совершенный грех. Спасибо, отец Николай, за увлекательную беседу. Дорогие друзья, наша рубрика «Из первых уст» подошла к концу. У нас сегодня был в гостях настоятель Александра Невского храма, священник Николай Шапарев. До свидания, отец Николай. В состав Видновского благочиния входит 30 храмов. Некоторые были воздвигнуты в конце прошлого, в начале нынешнего века, но некоторые имеют более древнюю историю. Об одном из них в рубрике нашей передачи «История одного храма». Храм в Тарычеве относится к числу наиболее древних на территории Видновского благочиния. Церковь Рождества Богородицы, первоначально деревянная, известна с 1678 года и была построена в последние годы жизни боярина Богдана Хитрово из ближайшего окружения царя Алексея Михайловича. Она дала название селу, которое стало именоваться Рождественское на реке Оббице. В 18 столетии село Тарычево принадлежало сподвижнику Петра I, князю Кесарю Федору Юрьевичу Рамадановскому. После его смерти унаследовал село сын Иван Федорович. Единственная дочь Ивана Федоровича, Екатерина Ивановна, вышла замуж за вице-канцлера Головкина, который за государственную измену был сослан в Сибирь. 14 лет прожили вместе с женой Екатерины Ивановны они в Сибири, и после смерти Екатерина Ивановна вернулась в Москву и похоронила мужа в Москве. В это время была новая императрица Екатерина II, которая посетила Головкину и вернула ее ко двору, вернула ей статус статсдамы, вернула все владения. И вот с этого момента в подмосковных владениях Рамадановских началось большое строительство. Одной из первых построек стал каменный храм Рождества Пресвятой Богородицы. Он был возведен на месте деревянной церкви в 1765 году. Как считают специалисты, во всем Подмосковье лишь два храма были построены в таком пилястровом стиле и принадлежат к переходному периоду от барокко к классицизму. А сохранился до наших дней только один – в Тарычеве. В начале 20 века имение принадлежало московскому купцу первой гильдии Дмитрию Алексеевичу Расторгуеву. Некоторые источники утверждают, что в эти годы в Тарычево несколько раз специально приезжал Федор Иванович Шаляпин. Певца привлекала великолепная акустика бестолпного храма. Сейчас о былой истории храма напоминают надгробные плиты, вернее их части, найденные на соседних участках при проведении строительных работ. Храмовая территория была значительно больше, здесь же располагалось кладбище. Одна из них принадлежит сыну священнослужителя, другие – прихожанам. В 1939 году храм был закрыт, и до того, как его в 90-м вернули Русской Православной Церкви, здесь находился склад театральных декораций. Храм был возвращен верующим в полуразрушенном виде. Кладка была промочена до аварийного состояния. На просушку стен ушло 10 лет. В настоящее время полностью отреставрирован и расписан алтарь. Перепланирована территория. Здесь же построена деревянная часовня в честь святителя Николая Чудотворца, напоминающая русский терем, резной, легкий. Эта часовня построена в 2002 году прихожанами нашего храма в знак благодарности Богу за рождение дочери. В этой часовне совершают только обряды крещения. Служба же проводится исключительно в храме.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы небольшой, но очень уютный и красивый, намоленный. Двери его всегда открыты для людей, а потому верующие приходят не только по праздникам. Приходят помолиться, поставить свечку перед иконой святого, попросить помощи и защиты. Одна из самых почитаемых икон Богородицы Рождественского храма – образ Божьей Матери Троеручица. Интересная история его появления в храме. Однажды обратились люди в храм с вопросом приобретения у них иконы. И когда настоятель посмотрел, ему икона очень понравилась, но та сумма, которую они озвучили, даже совершенно таких средств не было. И произошло такое, можно сказать, чудо. Решили вскрыть церковные ящики для пожертвований, может, там какие-либо будут средства. И там оказалась именно нужная сумма, за которую приобрели эту икону. История чудотворного образа тесно связана с судьбой защитника православия и почитания святых икон преподобного Иоанна Дамаскина, которому отсекли кисть правой руки после обвинения в государственной измене. Преподобный Иоанн молился горячо перед иконой Божьей Матери и уснул. А когда проснулся, рука приросла и остался только шрам. В знак благодарности к Божьей Матери он сделал копию своей руки и приложил ее к этой иконе. С того времени икона называется Троеручица. И хотя преподобный Иоанн сделал руку из серебра, неизвестный мастер написал свой образ, не канонический. В храме есть еще одна икона Троеручицы, написанная уже по канонам. Хранится она в алтаре и выносит образ в празднование иконы 11 июля. Среди необычных икон есть и образ Николая Чудотворца. Как правило, его изображают отдельно. Здесь же он написан в окружении братьев Косма и Дамиана, святых бессеребренников, врачевателей и чудотворцев. Уже весной в этом храме на стене справа от иконостаса, которая пока пустует, появится новый образ Пресвятой Богородицы Всецарицы. Сейчас икона пишется на Святой горе Афон, а обратиться к ней смогут за исцелением люди, страдающие онкологическими заболеваниями. В Троичевском храме хранятся и частицы мощей святителя Николая Чудотворца и великомученика Пантелеимона. И поклоняясь им, мы выражаем свою любовь, почитание этим святым и спрашиваем их помощи и благословения на наши различные дела. Поэтому, имея такие мощи, мы имеем возможность ближе соприкоснуться этим святым и им помолиться. Именно затем и приходят в храм жители села, города Видное, приезжают из столицы. И приводят с собой ребятишек, для которых при храме несколько лет открыта воскресная школа. Дети с удовольствием посещают занятия, отмечают вместе праздники, Рождество, Пасху, чаевничают и просто общаются. А пока в храм приходят люди, история его продолжается. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Все ваши вопросы, пожелания вы можете отправить нам на электронную почту, которую вы видите сейчас на экранах. А я прощаюсь с вами. Благословение Господне и покров Царицы Небесной будет всегда с вами.